помещении склада на окраине города Черкесска полицейскими было обнаружено оборудование, предназначенное для изготовления алкогольных напитков, а также 2300 бутылок готовой продукции различных наименований и спиртосодержащая жидкость в полимерных емкостях общим объемом около 4000 литров. В ходе исследований в образцах изъятой жидкости обнаружены токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.